Ну, короче, сейчас потестим вот эту вот Шкоду. Взял я ключики, как он говорит, что за пятерочку он мне продаст. Дизель 11 год, 297 тысяч проехала, тюф тоже в порядке. Движок, короче, 1.6. Ну, давайте ее затестим, пацаны. Открыли, это уже хорошо. Чтоб не было так, как вчера я буквально здесь тестил один вариант. Это у нас был Audi. Что такое? О, ты, Алис Гуд, говорит, друг. Ну, давай. Завелась, вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо. Давай постоим, короче. Надо, дизеля нету, пацаны, дизеля нету. 297 тысяч проехало. Что у нас, кондерчик, дизеля нету, да? Ну, вот это плохо, ребята, что дизеля нету. Надо оставлять дизелечек. Ну, вроде бы неплохо, пацаны. Пробег, короче, как вы говорите, конский. Ну, смотрим по рулю. Ну, 300 тысяч почти пробег. Слушай, для дизелька еще более-менее нормальное состояние. Я вам так скажу, есть такие варианты. Смотришь, там по 150 тысяч, они пизда, блядь. Такие уваленные. Вчера буквально я смотрел там в Хемнице. Тоже там не до 300 тысяч пробег, но такая уваленная, что просто, я вам так скажу, пацаны. Ну, на механике. Ну, ничего, что. Ну шо, как-то так, пацаны. Вроде бы так шепчет.